толстый, пупочек ровный. Да, 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 вот. Квакай. Квакушка. Вот какой пупочек у нас хороший. Хороший. Вот. Хороший. Ой, эти ноги. Боже мой, этот нос какой сморщенный. Большое. Квакушка. Качественный этот. Продукт поголовный, Иоанн. Боже мой, эти ляпы. Вот так всем ляпы скажи. Пока-пока. До встречи в Сухаре. Скорее, там погоди, будет такие пойдем, крупные маме. Лапы. Пойдем, маме, скорее, мамочка, на. А мама уже там легла, одного взяла, второго, думает, папа присмотрит. Забирай, Челита. Как-то так. Ага. Я думала, что... Какая львица еще так позволит вытащить на солнышко, потом выпустить. Другая уже съела. Там, будь кто там, директор или кто там. А тут можно, понимаете, зайти... Абрикосы. Вот. Есть абрикосу, и вам за это ничего не будет. Потрогать ее детей, сфотографироваться и выйти живым. Ну, это да? Только вы можете потрогать, сфотографироваться, выйти живым. А эти уже... Ай, ты выводки. Хорош. Фыкалки. Ну, как-то так. И там мама у нас кормит. И там мама с деткой. А мы деток достали, а мы деток потискали. Татьяна, рискуя жизнью, стояла в углу, и в этой львице мне тут ничего не стоило съесть, и фотографа, и... Я это понимала, в принципе. Как-то так, когда она пошла, я это поняла. Вот так делаются эти видео, а мне иногда говорят, о, это Татьяна специально перепутала имя вот того льва или той львицы. Я бы любого фотографа туда поставил, я бы посмотрел, он забыл бы, как зовут родную маму, не то что львицу или льва, когда в 2 метрах от тебя стоит вот такая вот морда с такими клыками, и ты понимаешь, что стенкой бежать некуда, что тебе бежать мимо льва, а у него реакция в 2,5 раза быстрее. Она говорит, вы того назвали не тем именем, мы сравнили видео. Я упиваюсь этим фактом, граждане зрители. В клетку или в сафари, поснимайте с фотоаппаратом и вспомните, как зовут того или иного льва. Вы будете думать о собственной безопасности, о том, чтобы живой выйти отсюда и чтобы штаны не наложить, а не как зовут того или иного льва. Я упиваюсь просто этим комментатором. Хорошая наша девочка, да? Хорошая. Пойдем в сафари, пойдешь? Иди сюда, скорей.